Хей, йоу! Всем привет, друзья! С вами снова я, Спайк, со мной сегодня Гуля, Леон, Фокус и Дима. И сегодня у нас ТТТ Among Us в Майнкрафте. Всем привет! Всем привет! Всем привет, друзья! Всем привет! А всем привет! И сегодня у нас новая серия, так сказать. Сегодня у нас кто-то один, получается, будет мафией, предателем и 4 выживших, которые должны будут в эту мафию вычислить. В общем, правила, я думаю, все знают. Ну и что же, многие писали, что хотят возвращения, так сказать, этой рубрики, чтобы она была почаще. Ну так вот, если вы наберете 15 тысяч лайков на этом видео, то каждые несколько дней мы будем для вас делать эту рубрику и еще, возможно, ее как-то модифицируем, что-нибудь прикольненькое придумаем. И, кстати, напишите еще в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы сняли на космическом корабле, как в Among Us. Мне кажется, было бы прикольно. Вот, было бы интересно послушать ваше мнение. Так, ну что, у нас, в общем-то, в правилах также еще есть записки, то есть мы должны вместо работы находить записки, которые открывают нам комнату шерифа. Вот, и кто-то один может стать шерифом и, собственно говоря, обыскивать всех и узнавать роли у всех, и так можно найти предателя. Вот, ну что, ребят, все готовы, правила все знают. Давайте выбирать, кто будет мафией, рандомно. Фурги первая. Давай. Так, я второй хочу. Мирная. Я хочу второй. Мафия первому и последнему выпадает очень редко. Ну, ладно. Обычно мафия третья, кстати. Чур я, это последняя. Я. Да, обычно мафия вообще как-то, знаешь, типа... Ну, короче, ну, рандом, что тут сказать? Все, погнали, получается, стартуем. Так, роли все взяли, спаунпоинт, не забудьте, вот тут спаунпоинт, чтобы, если что, войти в режим спектейтера, да? Так, ну все, погнали, начало игры. Так, карта прикольная, так, кстати. Песчаная. Чё, у меня такая? Уже первое оружие. Да, у меня тоже есть. У меня тоже есть оружие. Придумайте мне сегодня какой-нибудь челлендж себе. Челлендж слиться за мафию, предлагаю такой интересный. Как тебе такой челлендж? А кто мафия, кстати? А Гуля-то сразу оружие обрадовалась. Я, кстати, с удовольствием бы принял участие в таком челлендже, но смотри. Во-первых, зрителям будет неинтересно, во-вторых, я не мафия, поэтому я не могу это сделать. Не, а мне кажется, что челлендж был бы интересный реально на самом деле, слиться за мафию, слиться за предателя. И если бы мне выпала мафия, я бы тоже так обязательно сделал. Кстати, карта у нас что-то вообще огромная, а, нет? А чем прикол карта был? Огромная. Ну-ка, объясни прикол. Объясни прикол в чем суть челленджа. Ну, суть челленджа, чтобы мирные выиграли, потому что я мирный, я хочу... Ой! Это я случайно стрелял. Нет, ну... Если что, случайно? Да. Смотри, а если... А как тебе такое... Так, ты же еще сказал, ты стрелял или что? А, да, это я случайно. Я случайно. Мы сделали звуки тише, ребята, поэтому мы теперь не слышим. Да, теперь, кстати, реально сложнее будет мафию вычислить, потому что у нас теперь звуки потише, и теперь если какая-то там мафия в конце карты кого-нибудь подкрысит, то никто не услышит, вот. Но, кстати, еще знаете, почему я не мафия? Потому что, ну, я же говорю обычно, я мафия, если я мафия. Типа, блефую. Ну, не знаю. Ну, ты, кстати, очень подозрительно в начале этого раунда сказал... Типа я, что там сказал, хочу быть мирным, я потом такой, а взял записку, а, ну ладно, или что-то такое. Я сказал, хочу быть мирным. Ой, то есть, да, я хочу быть мирным. А чё, цифры-то нашли? Нет, хоть какую-нибудь? Я, кстати, я вообще ничего не нашел. Я что-то бегаю еще. Я тупо бегаю. Ага. Я вот что хотел поинтересоваться-то, может, у тебя какие-то еще другие есть причины для того, чтобы челлендж сделать, интересно? Да какой? Да я пошутил просто. У меня, смотри, есть такой вопросик тебе интересный. Вот смотри, я за тобой бегаю. Вот я сейчас могу тебя убить. Но я же этого не делаю, потому что я думаю, что мафия Леон, на самом деле. Ну, так, кстати, что-то затих и молчит. Да, либо Дима. Потому что мы, смотри, чисто психология, разложу сейчас по психологии. Мы давно не играли в мафию. Все уже, типа, знаешь, когда часто снимаем ее, все уже такие профессионалы, все привыкли. У меня, кстати, оружие куча, можешь себе взять. И все, типа, и все постоянно, типа, болтают, как-то отвлекают, за мафию уже начинают нормально играть. А когда мы чуть-чуть уже, типа, не поснимаем ее пару неделек, то мафия все, молчит. Типа, по стандарту играет. А может, Гуля мафия? Не, я думаю, что мафия либо Дима, либо Макс. Потому что, блин, ну не убивай меня, Борь, пожалуйста. Я верю, я же тебе верю, не убивай меня. Так я тебе тоже верю. Не, да. Мафия нет, 100%. И не я, 200%. Так, ну ладно, давай тогда вдвоем что ли бегать, я не знаю. Я просто тебе верю, но, блин... Где мне... все это вообще?
Ну, не знаю, мы тут стоим, короче, у какой-то пальмы. Короче, я тебе верю, но давай вот чисто вот кредит доверия, реально не подводи. Я тебе реально верю, потому что я в каждой серии постоянно делаю какие-то мувы такие, типа, гениальные. Там, типа, убью всех за мирного и такой, опа, гениально, да, типа. Или кому-то поверю, или за кем-то бегаю, говорю, что он мафия. И в итоге всегда оказываюсь неправ. Но вот это я даю последний шанс сам себе. Я тебе верю, и давай меня не подводи, пожалуйста. Если ты мафия, пожалуйста, сейчас сдайся. Вот. К нам Дима, кстати, прибежал. Смотрите, какое я самое опасное оружие нашел. Что-то я вас потерял. А, кстати, где записки? Я вот ни одной не нашел. Ну что, бегаю, все одинаково. Я буду с вами бегать лучше. Так, ну... Смотри, Дим, если ты будешь с нами бегать, к нам сейчас еще двое подключатся, и у нас... О, я вижу Спайка, да. У нас сейчас будет 7. Винтик. Куда ты пропал? Так, я тут. Записки что, реально никто не нашел? Ну вы что, прикалываетесь? Ой. Я не нашел. Ни одной. Я бегаю еще. Ни одной. Че за бред? А как они так вообще заспавнились? Что... Ну ладно, допустим. А как, может, они... мафия нашла уже все записки? Кстати, блин, вот реально, мне почему-то есть такое ощущение. Мафия, если найдет все записки, она может даже не вскрываться вообще никогда, по сути. Мы с тобой просто ходили весь раунд, тупо ничего не делая, просто друг в друга смотрели, поэтому, если эта теория... Я нашел. Это имеет право на жизнь. Я нашел одну, вторая три. Я нашел одну, вторая три, и... Соп, ты что, ты меня хотел обвинить сейчас? Опа. Да. Не-не, я хотел... Тихо, слышал, кто-то стрелял. Кто стрелял? Я хотел тебя обвинить. Подожди, кто... Не, смотри, я говорю... Подожди, мы с тобой... стой, это ты стрелял сейчас? Блин, извини, я начинаю тебе не верить. Короче, сейчас кто-то стрелял из... Кто я тебя убил тогда? Я не знаю, из какой пушки кто-то стрелял. Кто живой? Я жива. Хотел обвинить либо я Диму, живой. Либо Гулю, либо Леона, потому что мы с тобой вообще, ну, не искали записки. А, ну понятно, у кого нет. Похоже, все, Димы нет. А, Димы нет. Блин, ну, Леон сейчас так сказал, реально, он... Реально, вот я ему верю. Он сейчас реально удивился немного. Хотя... Короче, Димы нет. Ну, Димы нет, да. Но, поскольку, ой, я вижу Леона, кстати. Это было довольно очевидно. Блин, а если Дима просто в воздух пострелял и такой, типа, опа, сейчас они начнут, типа... Я думаю, это... Друг друга подозревать. Я думаю, это уже заезженное, типа, никто уже... Спайк, ну, может... а фокус с тобой был в это время? Ну, честно скажу, что он... Ну, я извини, я скажу, он был не со мной. Он был где-то да, в поле. Я... Ты был, получается, вот здесь, вот, где-то в поле. Мы втроём отошли, я так, типа, не вы знаю. Вы втроём рядом бегали вообще по полю этому. Ой, ко мне... Фокус бежит. Так, я иду показывать, что он был возле вот этой башни вон той. Подожди, типа, я не стоп. Знаю, последнее, где его видел. Он был возле той башни. Видел, как... Он был действительно возле той башни, но его... Стоп, его либо ты убил, либо его кто-то возле той башни убил, но с другой стороны, он же там не должен был стоять у башни, он же все равно двигался, и он от нее должен был убегать. Если ты побежал вот в эту сторону, то он либо побежал с тобой, и ты его убил, и поэтому я слышал, как, соответственно, ты его убил, потому что я тут неподалеку находился, либо он побежал в другую сторону, и тогда я не мог слышать, как ты его убил, поэтому вариант, либо это ты, либо это Гуля. И Гуля, кстати, в нас целится в данный момент. Я для безопасности личной. Я бы уже в вас... Подожди, Гуля. А ты он? Нет. Потому что ты ему поверил по реакции его? Ну, во-первых, по реакции, наверное, да. Во-вторых, я ему поверил, потому что он вообще где-то сам по себе гуляет, отдыхает. Мы даже не знаем, что вдруг он мне... где-то вообще... Блин, это либо ты, либо... Фокус, я просто, поэтому... на самом деле, я просто в домах вон он, я, это, кстати, записку нашел. Он только что под Гулей был. Да. На самом деле, я думаю, что, скорее всего, это Гуля. Блин, ну и ты тоже. Ну, скорее всего, это все-таки Гуля, потому что... Почему я? Блин, я не знаю, я не знаю. Просто я говорю, я с начала раунда договорился сам себе, что я фокусу верю. Ну, короче, я не знаю, вариантов нет. Ну, короче, я нашел записку. Сколько у нас записок здесь? У меня одна... То есть я уже говорил, это вторая три. Короче, смотри, фокус. Вот я тебе так скажу. Если ты мафия, просто убей меня, потому что я тебе реально доверял, реально тебе верил. И если ты мафия, просто я хочу, чтобы ты меня убил, чтобы просто я не питал эти надежды. И со с ними двоими, ну, как бы удачи там. Смотри, у меня вот книжка есть. Что? Да нет, скидывать не надо. Нельзя, не поправить. Но вообще можешь меня убить. Я твое имя туда записал, я Кира, короче, что будешь делать? Я мафия. Нет! Ну я честно расстроен, что ты мафия. Ну ты же не мафия, да? Ну ладно, давайте... Вот тебе в двери вторшь. Не, я... Вот мой этот, как бы, я...
как это, мой... Как, где Скотт держит, как называется? Я вот здесь, короче. Можете табличку поставить, подписать мне. Мафия, короче, вот тут вот подписать. Ну ладно, ладно, все, не обижайся. Ну, я реально... я реально подумал. Сундук ты, наверное, нашла, где я нашел. Давайте просто третью найдем и подбором... Я не обижаюсь на тебя. У нас две записки только. У нас только две, да, мы подбором даже сейчас не сможем. То есть записка только у меня и у тебя? Да, а цифра-то какая у тебя? Вторая, три у меня? У меня следующая цифра... А, погоди. А, у тебя вторая, у меня, значит, третья, четыре. Ты уверен, да, что у тебя третья, четыре? Да. Ну ладно. То есть у нас три, четыре, так давай я попробую один, два, три, четыре. Попробуй. Боря бегает за мной. За тобой я тебя даже не видел, я только Макс видел. Страшно. Ну давайте как факт примем то, что Диму как бы завалили. Да, Димы точно нет. А, Боря, да ты что за мной бежишь? Я хочу тебе Семен дать. Он меня преследует. Короче, не знаю, где записка, ну, надо искать, это сейчас единственный шанс, потому что все в одинаковой степени подозрительны. Я даже сам себя, честно говоря, начал подозревать, я себе не верю. Я тебе не верю. Я даже у тебя начал книжку проверять, точно ли я не мафия? Да реально. Точно ли я мафия? О, кстати, цифра последняя 9, последняя 9 я нашла. Последняя 9? Так, все, ну можно идти подбирать наконец-то проверку, и мы выясним, что Гуля мафия уже, потому что Макс... Ну да, сказал бы я цифру третью. Так, фокус бежит за мной. Или может это план? Фокус бежит за мной, пожалуйста. А я за кем? Да не, за Гулей, иди за Гулей беги, иди лучше за Гулей беги. Короче, я почти у проверки. Так, ага, почти у проверки. Ну, так ты можешь ее открыть. Можешь открывать. Давайте. И проверять. А где тут вход? Я не знаю, я вот сам ищу, не могу найти. Так, у меня цифра 4, у тебя цифра 3, и Гуля нашла. Понятно. Последние 9. Кого-то уже нет, я так понимаю, да? Я видел, как Боря Спайка стрелял. Это Боря, это я Боря. Я не стрелял в него. Это Леон. Да мне он тоже кажется, это Боря, потому что... это говорит Леон. Я ищу у проверки. Чё? Чё, всё? Да, это ты был. Ты в меня стрельнул, и Спайк был у проверки, в смысле. А кого я сейчас? Меня. И кто победил? Ой, а чё мы все... Это? Да... А кто победил? Вы победили, я, Маша, меня Гуля убила. Нет! Ну как? Ну как? Я всегда ошибаюсь, я все серии ошибаюсь. Все, я не буду играть. Все, это последний мой раунд был в мафии, все, всем скрустя. Я как я так мог ошибиться, капец? Ну я же так тебе верил. Ну шанс был реально ошибиться. Ну всего... я уже расплакался, я тебе признался. Ну как же так? Ну ладно, ну что ломать комедию-то, да? Давайте второй раунд, погнали. Давай. Ну что, первый раунд оказался для меня морально травмирующим, потому что фокус оказался для меня мафией. Тоже. Ну... Я знаешь, как хотел тебе признаться, я даже признал тебя, и ты меня все равно не убил. Ну ладно, давайте следующий. Я хочу быть мафией, честно говоря, и просто вот эти эмоции выплеснуть наружу. Ну что, давайте сыграем второй раунд, надеюсь, он будет лучше, скажем так. Вот, ну я, короче, хочу быть мафией, и сразу говорю, если я буду мафией, ну просто так жестко отыграю, что вам вообще не... Он сразу меня убьет, ребят. Прикрывайте меня, короче. Ура, мирная. Это на самом деле не мафия, мы телохранители. Я когда-нибудь буду мафией или нет? Что я мирный, я, ну, в смысле, этот богач, вы телохранители. Ну все, давай. Ну что, карту знаем, в принципе, более-менее. Так, Гуля, я смотрю, уже нацелилась на сундучок. Оп. А где? А, пистолет, все понятно. На тебя нацелилась. Так, у меня новый челлендж. А что? Иди у Гули спроси, она мне должна пистолет, она тебе даст. У меня новый челлендж на эту игру. Знаете, какой? Так, кстати, у тебя когда челленджи есть, ты всегда мафия. Ой, что это за волочь? Неправда. У меня просто всегда челленджи. У меня челлендж, короче, не умереть. Так. О, сильно. Ну, челлендж хороший. А у меня челлендж, короче, стать детективом. Вот. А знаете, кому проще всего не умереть? Мафия. Значит, он мафия, логично. Ну, кстати, да, проще всего. Ну, да, у Бори челлендж, у Бори цель не умереть, а цель не умереть только у мафии, как бы, может быть 100% выполнимым. Это цель, может быть, у человека, который поставил себе такую цель. Нет. Это человек, который... Я просто не хочу умереть. Я считаю, что я выиграл только если я не умер. То есть вот если мирные выиграют, а мафию при этом убьют, она меня убьет, я считаю, я проиграл. Мы нашли первенца. Первые два я нашел. Первые два.
Ну и я не мафия, само собой, меня это супер сильно обеляет. Короче, я слышал, что кто-то стрелял, и, короче, тот, кто убил Гулю, он был рядом со мной, но это был не я. Но, блин, рядом со мной я не видел никого, кстати. А кто ты тогда был? Не я. Ну, может быть, это ты был, я не знаю. Я прикинулся мертвым, в общем, чтобы... А может, это Фокус со своим челленджем там? Подожди, Фокус, а ты тут был? Вот здесь ты бегал? Его кто-нибудь здесь видел еще? Не, я... Я тут вообще на рынке. Я и Фокус. Я бегал вон там, вот за этими деревьями, вон той башней. Так, погоди, 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 погоди. А, Дима. Я тебя проверяю просто. Проверяю. У меня челлендж, уйди, у меня челлендж. Так а кто? Давайте, подожди, давайте определимся. Вот когда я начал... Ты, наверное. Не-не-не, это точно не я, я нашел цифру, и я... Да блин, а зачем? Смотрите, вы не слышали, что кто-то кого-то убил, правильно? Зачем мне самому говорить, что я слышал звуки? Типа... Я, в принципе, звуков не слышу. А кого убили-то? Так Гулю убили. Гулю. А все, Леон мафия, не знаю, кого убили. Ну, мне кажется, что да, типа, потому что сейчас это... Почему я? Это было сейчас очень палевно. Это вопрос был такой черный мув, знаешь? Ну, я решил вальнуть, я думаю, что это он, но если не он, то можете меня убить, но я думаю, это он. Да, так же. Ну, да. Блин, это было очень пально, когда ты сказала, кого убили, типа, когда мы до этого сказали, что убили Гулю, и, типа, это, ну, типа, если бы я был мафией, я бы тоже, типа, может быть, так сказал. Ну, типа, не знаю, это просто очень пально. Челлендж выполнен! Первый раз. Двойная победа. Охотимся за Борей. Гуль, ты можешь уже этот, воскрешаться там. Ну, короче, ладно. Ты ломаешь спам. Плюс-минус быстрый раунд. Ну что, давайте третий. Ну что, погнали зарубимся третий раунд. Посмотрим, кто из нас будет мафией. Давай, Гуль. Первая, как обычно. По традиции мирная. Так, я второй. Ну, понятно. Но первым мафией. Сейчас я буду мафией. Ну, хочется уже за мафию поиграть хоть разок за серию. Повезло. Так, Илья мафия, думаю. Дима говорит, что ему повезло, и он мафия. Да, мне тоже так, кстати, показалось. Нет, я сказал, вох, сейчас буду мафией. Взял, и мне выпал мирный. Ну, понятно. Ну, все, готово. Я же по интонации сказал просто. Да не-не-не, я с обычной интонацией своей сказал, как обычно. Я не мафия, опять я не мафия. А-а-а, трагедия. Да не-не-не, я реально не мафия. Так, о, пушка. О, ладно, вот. Ой, патроны забыл. Смотри, Илья. Конечно, ты вообще добрый. Что? Я тебе верю под твою ответственность. Под мою ответственность. Но ладно, я тебя не подведу, потому что я реально мирный. Но блин, если, кстати, ты сейчас под мою... Стоп, ты под мою ответственность, что ли, веришь? Ты под свою ответственность верь, получается. Нет, я на себя не буду ответственность за это брать. Я так говорю, ты ответственный за то, что я думаю, что ты мирный. Я за тебя точно теперь ответственность брать не буду. Короче, я не мирный. Блин. Ладно. То есть я мирный, наоборот, я мирный. И, короче, что я хочу сказать? Я не буду оправдываться за это. Что, кстати, тут рядом... Спайк бегает, так что страшно. Так, ну у меня челлендж. Так, алло, кто умер? Алло, все живы. Все живы. Пока все живы. Какой челлендж у тебя новый? У меня... Я должен взять ответственность за что-нибудь. Ну, мне кажется, нужно взять ответственность за то, что я не мафия, потому что я реально не мафия. Это 100%. Да я не мафия, я. У меня даже оружие вот первое выпало. А что? Нормально. А я видел, кстати, Гуля, слежу за тобой. Я 99,9% мафия. Привет. Так, погоди. Так, получается 1%, или сколько там? 0,1. Так, ну это подозрительно. Так. Ну мы все мафия с 20% шансом. Ну Леон сказал, что у него больше шансов. Подозрительно. Погоди, Гуль, гой тебе нормальную пушку скинуть, что ты с этим? Да у меня АВМ, чё. Так я тебе могу нормальную какую-нибудь скинуть, вот Бизон. Я просто хочу доказать, что я не мафия, вот. Ну нормальная пушка, очень полезная. Ну нормальная, да, вот. Он меня забрал хорошую, отдал... Давай проверим. Да не, не надо. Пистолет отдал с патронами. Я тебе, кстати, жесткий пистолет отдал, он нормальный. Да мне этот пистолет неинтересный, ты забрал его. Ну ладно, я не мафия, поэтому... Ладно, у меня тоже челлендж, я всю серию делаю добрые дела, вот, давай. Ребят, он мафия, убивайте его, он у меня оружие отобрал. Я оружие не отбирал. Я нашел записку, последние 5. Оно мне просто оно выпало, но я просто подобрал. Оно мне выпало, я стоял, его хотел подобрать. Ну, так вот получилось. Оружие выбрало меня, получается. Последняя цифра 5. Так, последняя 5. Я вообще ничего не нахожу.
Я тоже, кстати, что-то бегаю, вообще ничего нет. Карта, блин, пустынная какая-то. Опа, кто-то стрелял, не я. Сразу говорю, стреляли из эмки. Не я. Стреляли из эмки, не знаю, кто стрелял. Алло, алло, Боря? Я бы из эмки стреляла. Смотрите, значит... это не Гуля, короче, Гуля, я с тобой. У меня есть эмка. Это пускали, а в эм... Кто-то, подождите, кто-то, кстати, стрелял, знаете, вот у Гули достала пушку, там этот есть, глушитель, и... Вторая цифра, 9. Я тебя, короче, буду защищать, вторая 9, последняя 5, стрелял кто-то с эмки с глушителем, либо с кар с глушителем, что-то такое, короче. У меня есть эмка без глушителя только. Короче, стреляли из калаша. Нет, стреляли не с калаша, стреляли с эмки с глушителем. У меня, кстати, есть эмка с глушителем. 100% из калаша. Можешь меня в эмке защищать. Ты уверен, что из калаша? Ну, умер, да. Да. Потому что это я жив. Подожди, кто... А, ну, все. Я в сундук пострелял. Ну, все живы. Так, ну, все живы, да. Дима, ты тут? Да, да. Подождите, а что вы не сказали? Так мне интересно было... Я сказал. Ну, я что... Ты подставляешь. Кстати, да, вот это реально было странно. Вот тут, кстати, стоп. Я сказал сразу. Он, может, в кого-то подкрысил, не попал? Не-не-не-не, стоп, Макс же сказал, что он стрелял. Смотри, ой, я сейчас... Смотри, Фокус, ты нашел записку где? Скажи, пожалуйста. Ой, блин, я уже... А, короче, справа от замка. А ты сейчас еще записку нашел, разве нет? Да-да-да. У стены, да? Да-да, у стены с двумя кактусами, по-моему, рядом. Она же еще записку нашел сейчас. Подожди, кто, я нашел? Нет-нет, я видел, как Боря мимо сундука пробежал. Он пустой. Ой, я сундук нашел. Я сундук нашел. В саду, где вот от проверки идти, там сад справа. Значит, кто-то нашел записку и закрыть. Я нашел сундук. Цифра? 9. А какая по счету? Третья. Третья 9. То есть у нас 5, 9, 9. Или 9, 9, 5, короче. Не, подожди. В последняя 5. Какая вторая была? 9 и еще раз 9. 9, 9, 9, но один сундук закрышен, видимо, так скажем. Так, это если что, я сейчас стрельнул, пушку выбил. Так, блин. Ну, мы можем взломать. Ну, да, ну, как можно, да, взломать. Можно. Но я бы еще поискал, на самом деле, и потом уже взломал. Я могу кого-нибудь под свою ответственность прикрыть у проверки. Ну, не-не-не-не-не, я что-то тебе не доверяю, честно говоря. Дима бегает около проверки, я очень подозрительный. Дима, кстати, как-то странно. Ну, блин, ладно. Давай, Гуля, я тебя закрываю, ты вводи. Я? Да не буду я вводить, я боюсь. Мне кажется, почему-то реально, либо это Дима, либо это... Либо это ты. Я у проверки, так, кто... Так, а кто еще... Я тут начинаюсь в ЭМке. А кто еще у проверки, кто еще у проверки? Я у проверки сверху. А чё ты не говоришь, что ты у проверки? Не, я короче, почему? Я сейчас объясню, почему не сказал, что я у проверки. Я увидел там Диму и решил спросить, кто еще у проверки. Мало ли он скажет, что я не у проверки, это будет палевно, типа такого. Я сказал у проверки. Я не буду, короче, открывайте, кто хочет. Ну, я хочу открыть, вообще, на самом деле. Просто когда ты открываешь, ты прям... Открывай, иди. Да, это меня убьют. Вон там Гуля, блин. Давайте все сейчас уйдут, я открою. Я за руку тебя убил, она не успеет... Да, я... А мне что? Я уже все, я уже... Там стреляют кто-то. Кто стреляет? Либо Гуля, либо Дима сейчас друг друга убили. Быстрее давай, Вадим. Я ошибаю. Дима? А, ну понятно. Погоди. Подождите, стой, Гуль, не убивай. Я подумал, что это фокус, и что он фейканул, что вы там начинаете стрелять, чтобы убить меня или типа того, но это не он, да, был? Это же Гуля, это так понятно. Так, я зашел в проверку, Я бы сейчас могла Спайка спокойно в ЭМке убить. Нет, ты могла не попасть. Я зашел в проверку, короче, Я взял револьвер, и я вижу Леона, короче... ну чё, давайте мне свои книжечки, дорогие мои. А ты где? Дим. Так, тихо, стоп. Дима. Стоп, подожди, не подходи ко мне. Дима, я Диму вижу, это Дим, это понятно. Стой, ты уверен, что это Дима? Я уверен, что это Дима, потому что он замолчал. Стой, Макс, оставь книжку. Чего? Шерлок. Да я просто решил пострелять и замолчал. Лучше так не придумал. Да. А нафига меня Илья убил? Я, смотри, ты говоришь, они начинают типа стрелять. Я выхожу, никто не стреляет. И ты типа, я думаю, что сейчас меня убьешь.
Ну, понятно, понятно. Ну, блин, ну, зато ты, типа, их отвлек, я тебя убил, пристраховался, открыл проверку спокойно, и сейчас мы бы по-любому 100% выигрывали. Ну, это за первый раунд, мы, так сказать, там стреляли, я не сказал, что там кто-то, именно в кого-то стреляет, я говорю, звуки выстрелов там, значит, кого-то убивают. Короче, значит, я точно все, не знаю. Для детектива, шерифа Спайка все способы хороши. И хочу сказать, что победили мирные, вот, и я этому очень рад. А, так, где ты? Все, я убегаю. И, короче, всем спасибо за просмотр, такая вот серия мафии. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте видос. С вами был я, Спайк, Гуля, Фокус, Леон, Дима, всем, до скорых встреч, всем пока.